Хей, всем привет, с вами я, Алекс Дейри, и сегодня мы поиграем в растение против зомби 2, то есть Plants vs. Zombies 2. И это у нас финал. И сейчас, ребят, давайте не будем тянуть время. Берите чаёчек, там, вкусняшки всякие, не знаю, и смотрите с удовольствием. Ну а мы пошли к зомбоссу, финальному. Трем зомбосом. Это все пролистываем. Про так вспомнил. Снова, блин. Здорово, я тебя уже видел тут. Айсеплант. О, так тут другие растения. Пиратские тут уже будут. Вау. Вот так вот ставим. Пушку. Пушку вот сюда. Опа. Так. О, как это что? Спакивание. Да, нехорошо. Вот так вот. Давай, прыгай отсюда. Так. Опа. Красивка. Ой, это у нас беда. Беда бедовая красивая. Вот так вот. Опа, вот так вот делаем эту красоту. Вот там происходит, конечно. Опа, вот так. Это разочарование. А то тут опасно немного. О, тут вообще просто. О, давай, 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 давай. Так. Ух, ну ладно, давай, в принципе. Как дорогенький вещь. Это хорошо. Сломал и гаргантюра, и мои растения. О, пушка, пушка готова. Лежи. Оп-оп, красота. Вообще не описано. Давай, давай. О, вообще красиво. Так, ребята. Опа. Матрешка. Вот так вот. Давай, сломай гаргантюра. Ну, своего, не моего. Все сыновья не моего. Вот так вот сделаем. Сюда ставим. Опа. И оп. Опа, какая красота, вообще красота. Убили гаргантюра, молодцы, ребятки. Хоть и слабо вынесли, но, блин, не успели.
Все, ребят, однозначно пойду, я так думаю. Да. Ну и так напоследочек. Лови. И победа, ребята. Вот так вот делаем. Опа. Подарочек. Что же в этом подарочке? Ребят. Так. Ты что обзываешься? Не знаю, что это значит. Фолс. Это дураки. Так. Форвард. Вперед. Спасибо хоть за подарочек. Что за подарочек дали мне? 4000 монет. Нормально. Пойдет. Сойдет. Ой, не надо. Так, ребят. Направляемся к следующему зомбосу. И что у нас за зомбос? О, темные века. Как я уже давно не видал. Смотрим дракончика. Да, я помню, как тут я мучился, я аж все газонокосилки потерял. Вообще вот просто вот таз был. О, пляжный синий. Кушай, кушай, не. Ай, блин. О, банан готов. Блин, он лежится. Кошечкин кот, а? Лежится. Давай. Блин, придется такой. Фу ты, крокодильчик. Пожалуйста, погоди. Да, попал бананчик. Ой. Да, попал. Не. Так, отлично. Дракончик. Мы тебя убьем. Мы тебя съедим. Блин. Ай-яй-яй-яй, нехорошая творится у нас тут. Опа. Ду. О, все. Вот сюда поставим. Давай. И... Опа, красота. Опа, вообще красиво. Пу-пу-пу, банана. Банана. Ах ты ж, ёшкин кот, а. Так, опа. Ням-ням-ням-ням-ням. Молодец, крокодильчик. Хорошо работает, а. Чисто вот так вот. Еду для растений использую. Вообще вот просто, ребят. Я пока тут ни одной газонокосилки не потратил, хотя это жестко. Это жестко совсем. Ну, согласитесь, ребята. Блин. Ням-н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 ям. Крокодайл. Минус гарбинки, а? Давай! Ох ты ж! Ё-моё! Ёшкин кот! Да, ребят, уже исполнил этот человек.
Сделаем вот так. Сколько шипов, блин! Вот так вот. Вот так вот, ребят. Зря, кажется, не каркал. Я много денег и кошельки не потратил. Много же. Давай, давай, давай. Все, пошли, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Еще чуть-чуть осталось. Давай. Да, ребят, это жесть какая-то была. О, что подарили? 4000 монет, да? Так. Голова оторвалась и... телепортнулась. 4000 монет, да. Но все равно нормально. Итак, ребят, самый последний зомбос. Вы готовы, ребят? Открываем. А какой-то новый необычный зомбос будет? О, ледниковый период. Блин. Про атаку вспомнил снова. Всегда. Сейчас мы проскакивать растения будут. Лунные, ковбойские или египетские. Ну-ка. А, из Lost City, заброшенного города. То есть растения из разных миров попадаются в миры, в эти миры. В чужие миры, как я понял, да? Тут... Ё-моё. Ай, за что? За что? За что цветочки? Хоть картошка это и есть. Горячая картошка. Вот так вот. Да снова-то за что? Вот у Аки, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Опа, отлично. Этот, как там, Додо птица. О, вспоминать мне Додо птица. Так. Опа. Говорят, что Додо птицы Додо вообще вымерли. А на самом деле нет. Они тут. Просто приходите в «Растения против зомби 2» в саму игру. Ты будешь в самой игре. И увидишь птицу Додо. И все будет в порядке. И никто не вымер. Классно придумал, ребят. И это лайк. Защищаем. Нам нужна защита. Ё-моё, так пройти вообще нельзя. Что, блин? За что? Ой. Опа. Я тебя так вот ускорение не знаю. Вот так вот, ребят. Опа. Где она? А если ты тут не запрочь?
Да, шикарно. Пирога, ну это шикарно, ребят. Просто шикарно. Просто ничего поставили, не пойму. Ой, ребят, думаю, как это делать? Почитили немножко. Потому что вообще невозможно, ребят, не согласитесь. Так-то. О! Прекрасно. О, вообще круто. О, вообще прекрасно. Да, ребята. Вообще. О, не прекрасно, некуда. О, ребята, вообще круто. Ну все, ребят, мы победили. Ну, конечно, зомбо сложный. И последний. Точнее, последний сложный должен быть. Вот так что не могу сказать. Это помню, конечно, сейчас. Вот так вот делаем, вот так вот, вот так вот. Вообще прекрасно. Вот. Потом босс мой еще уже не полез. И стой здесь. Ты уже проиграл. Однозначно. Так вот. О, что вот это там. Вот это нет. Так, о. Мы все-таки смогли его вернуть. Да ладно. Ой, стреляет. Восклицательные знаки. Это не может быть. Это атаку с вафлей. И некоторые перевожу, ребят. Я еще не могу прям так хорошо знать английский. А этот все нет, кстати. Опа. Зомбосик. Привет, друг. Ба-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо. А чё твой все еще идет в зомбит, а? Зомбос. Так, это вам не буду показывать. Итак, ребят, мы прошли игру. Наконец-то. Все, зомбос. Все. О, подзависает что-то. Опа. Ну все. Как бы игру уже закончили. 2000 даже выдали. Нормально. Круто. Вообще отлично. А почему по 2? Мне что-то мало. Блин. А это получается все. Я прошел всю игру. Да. Надо, кстати, в Альманах заглянуть. Посмотреть.
Никого новенького нет. Но тут в достижениях точно должно быть 100%. Где так? Так, а с Вафли где? Почему нету, а? Я же победил. Все-таки, ребят. Возможно, это еще не конец. Play Extra Hard Wild West. Давайте попробуем за 80 геймов. За кристальчики. Планирую защиту зомби. Давайте будем пробовать. Стоп, чё? Блин. Ладно. Ну-ка, стоп. Посмотрим, что там за зомби. Ладно, магнитный гриб поставлю вот сюда и вот сюда. Все, окей, норм. Будем проходить. О, да. Ой-ой-ой, вот тут. Давай, магнит, тяни. Тяни, давай, молодец. О, красиво, как и да, ребят. Ой-ой-ой, куры пошли. Куры. Вообще круто. Имба. О, как повезло прям. О, кстати, у меня тут новый зомби. Тихо. Да блин! Нет. О, красиво как! Куры пошли. Да, что ж там. Ну, прошли. Вот, ребят. Но продолжать мы будем в следующей серии. И поэтому, ребят, мы прошли уже игру. Всю, получается, да? Ребят, надеюсь, уже новые миры появятся. Ну, кроме этого, там, приключения Пенни. Ну как, Саня, что за... Это что?
True Venus and Beres. Что это? У нас уже 40 энергии. Ладно, ребят, на этом все. Поделитесь этим видео с друзьями. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. И если вы не хотите пропустить следующее видео, тоже нажимайте на колокольчик. Всем удачи, всем пока-пока.